Симбирский автобусный завод разрабатывает новые модификации «Симаз» и успешно реализует их от Владивостока до Москвы. Сегодня выпущено уже около 200 машин в дизельной комплектации. Интерес к новой отечественной марке растет. Мы сейчас, получается, 2 года занимаемся реализацией наших автобусов Симбирского автобусного завода, бренд «Симаз». Автобусы на шасси японской «Мисузу». И если первый год мы делали автобусы с дизельным вариантом двигателя, то сейчас мы запустили автобусы на газомоторном топливе. Это метан. Использование природного газа в качестве топлива позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и, кроме того, получить экономический эффект из-за разницы в стоимости топлива. У новой модели автобуса предусмотрено 32 варианта планировки салона, а также модификация с задней низкопольной площадкой для маломобильных категорий граждан. Ульяновские пассажиры на подобных машинах уже ездят. Автотранспортным предприятием номер один в августе 2019 года закуплено 22 автобуса среднего класса. Из них 11 автобусов в городском исполнении, в комплектации «Доступная среда». За год машины себя неплохо показали, поэтому их охотно берут и частные перевозчики. В управлении очень удобен. Мягкий, маневренный, двигатель дизельный, хорошо тащит. Сбоев не было. Я работаю не очень давно, но за это время ни одного сбоя не было. По топливу расход, как положено, в инструкции написано. Салон просторный, вместительный. Народ не жалуется, с удовольствием садится. В Министерстве промышленности и транспорта заявляют, что по итогам 2019 года автобусный парк, задействованный на обслуживании маршрутов областного центра, обновился на 111 автобусов. Кстати, «Симазы» уже колесят во Владивостоке, Томске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве и других городах нашей необъятной родины. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.